В Чебоксарах завершается программа «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2017 году успели отремонтировать 27 улиц и расширить 5 перекрестков. На эти цели было потрачено около 700 миллионов рублей. Глава столичной администрации на месте проверил ход работ. На перекрестке Эгерского бульвара и проспекта Мира всегда были пробки. В администрации города решили, что расширение перекрестка и дополнительная правая полоса исправит ситуацию. Так ли это, можно будет узнать на следующей неделе. Сейчас строители переносят инженерные коммуникации на участке 270 метров. Еще один объект, который должен увеличить трафик и убрать пробки – перекресток улиц Ленинского, Комсомола и Пролетарская. Рядом со строящимся участком Кувшинка. Здесь также появилась правая полоса, которая позволит автолюбителям не застревать на светофоре. Всего в Чебоксарах до начала ноября должны завершить реконструкцию 5 перекрестков. В этом году на сэкономленные средства федеральной программы решили перенести и остановку общественного транспорта. Скоро она появится у торгового центра «Мадагаскар», остановка которой сейчас расположена на Эгерском бульваре, не отвечает нормам безопасности. Горожане и гости столицы почувствовали, какой масштаб ремонта дорог производится в 2017 году. Мы уже отремонтировали 27 дорог, но вот осталось реконструировать и расширить 5 перекрестков. Работа по ним ведется. Сейчас мы провели рабочую встречу с подрядчиком, с рабочими. К 1 ноября работа должна быть завершена. Ну и, соответственно, проект «Безопасные качественные дороги» в 2017 году на территории города будет завершен. За качеством дорог внимательно следят. Если полотно не соответствует нормам, то подрядчик будет исправлять недостатки за свой счет. Предварительный план реконструкции дорог на будущий год уже составлен. Предполагается, что на программу будет потрачено не менее 800 миллионов рублей.